Вот такое вот видео сейчас я записал с пылесосом на фоне. Ну и как это по-вашему будет выглядеть? Прошу прощения, я ничего с этим не могу поделать, так что видосы надо пилить на канал, так что я в плюсе, извиняюсь, пожалуйста. Avian Production. Всем привет, друзья, с вами я, Авиан, и сегодня мы поиграем в какую-то трешатину. Не обращайте внимания на то, что у меня на заднем плане пылесос, так как сейчас идет уборка и все такое. Я по-быстрому хочу записать этот видос. Какой-то Трампа Гренни, не знаю, Гренни Трамп, как-то так называется. Давайте поставим на нормал. Во, я нормальный же чувак. Все, медиум. Это, короче, графика на хайт поставим. Мне не жалко, все для вас делается специально. Я сейчас тороплюсь и поэтому по-быстрому сделаю обзор этой игрушки. Скажу. Выскажу свое мнение, свои критерии по поводу этой игры. И, судя по всему, это та же Гренни, просто поменяли текстуры, возможно, даже озвучку. Сейчас это посмотрим. День первый. Оу, USA, American. Прикольное оформление, мне нравится. Мод сделал 7 зир какой-то там. Не знаю, кто это такой. Видимо, лучше и не знать. Здесь ананасики всякие, прикольненько. Это что у нас? Эй, открой. Судя по всему, здесь надо слушать. А, что здесь написано? Подожди. Тихо, дверь где-то открылась. Блять, странный пылесос. Как же мне надоело. Вот, нет пути обратно или чё? Ой-ой-ой-ой. Типа out. Нет выхода наружу? Вроде как-то так. Или нет пути... О, здравствуйте, Дональд Трамп. Что ты делаешь, мать твою, успокойся. Ты чё, в Белом доме совсем, что ли, разумом, башкой тронулся, точнее. Нихера себе, прикольненько. На самом деле, эта игра создана для тех, кто упоролся ЛСД и просто в нее играть. Откуда я знаю, да? Просыпаемся на втором дне, уже с более подкачанными яйцами и в подгузнике. Бля, тут прикольненько. Ой, скрипучий пол. Я уже в Гренни 100 лет не играл. Я не знаю, как тут что устроено. Сенситив надо немножко. Сенсивити. Бля. Короче, этот как? Чувствительность. Сенситив. Во. Идеально. Мы же в American. А что это за вообще, что за, бля, пылесос усилился? Блин, я не знаю, как мне озвучивать, там пылесос. А тут что, нету, что ли, этого, сенситив? Окей, придется довольствоваться тем, что у нас есть. Какой серьезный дядечка. Ты посмотри. Это что, брат Путина? Такой же просто... Ля, ну игрушка, я скажу вам, уже с какими-то багами промелькает. Текстуры здесь, конечно, как будто в них плюнули. Это причем на самой лучшей графике стоит здесь все. Блин, ну озвучку у Трампа ты бы мог сделать немножко повеселее. Не как у Грэнни, а допустим, как у Трампа. Или у кого-нибудь... А, блядь, дверь закрыта. Ну, ёпта, ну, бывает что, извиняюсь. Бля, да пылесос заебал, сука, бесишь меня уже. Здесь нет ничего интересного. Блин, ребят, ну извиняюсь, ну у меня просто на фоне пылесос шумит. Не знаю, неподходящее время я выбрал для записи ролика. Да и к тому же меня тут Трамп вовсю пиздит. Не самые приятные ощущения, я вам скажу. День пятый, последний день. Последний день в Америке. Это Калифорния или Лос-Анджелес, или Нью-Йорк. Что там еще есть? Голливуд. Мне кажется, это Голливуд. Голливудский Трамп. Бляха, что такие? О, бананчики пошли. Это, если я не ошибаюсь, бананчики из MLG, продакшн какого-то. Так, окей, розовая дверь. Хоть что-то меня сегодня порадует. Тут, короче,
Ай-яй-яй! Я залез уже! Как ты? Не имеешь права. Там, кстати, в углу Трамп был еще один изуродован. Ну, давайте посмотрим, как нас Дональд Трамп убьет. Я оказался... Ау! Это что, новая концовка, что ли? Это, короче, третий этаж, как я понял. В натуре ты меня скинешь вниз? Не, ну у меня нет комментариев, нет слов. Бляха, какой ты страшный. Нет, не-не-не-не. Да я б тебе руку сейчас просто выломал. И прям лицом в капкан упал. Все, закончилась игра.